Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут, а у нас сегодня будет обучающий урок, как сделать в свои ролики, прямую ссылку на свои другие видео. Ну что ж, приступим. И самое главное, без Vegas Pro. Vegas Pro абсолютно не нужен, мы делаем все в YouTube. Смотрите, заходим в менеджер видео, например, изменить. Конечная заставка и аннотация. Раньше просто были аннотации, а теперь добавили конечную заставку. И, короче, пишем «добавить элемент». Вот тут видео или плейлист. «Создать самое новое, самое подходящее, выбранное». Ну, я выбираю. Вот, например, добавляю. И мы тут можем расставить, как нам нужно. Вот, например. Потом я хочу еще одно видео. Добавляем элемент. Выбранное. Ну, давайте, что ли. Вот это видео добавим. Так. И теперь еще... вот самое важное, мы можем тут всякие разные ссылки добавлять, даже на веб-сайт. Давайте добавим ссылку на канал. Сейчас. На свой канал. И вот, у нас есть ссылка на наш канал. Теперь мы можем еще даже добавить ссылку на веб-сайт. Давайте, например... добавим ссылку на мою группу ВК. Так, вставляем. Далее. Далее. А. Ну ладно. Обойдемся без ссылки. Это. Ну, короче, мы можем вот так вот все красиво сделать. И теперь жмем сохранить. И как же это все будет выглядеть? Смотрите. Заходим в наше измененное видео. И вот конец видео. На мясо. Давайте на деньги. О! Ладно. Ну что ж, дорогие друзья. И вот, смотрите, появилась у нас сегодня наша ссылка. Вот, на мой канал и на два моих ролика. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был тут Импаут. Всем до скорых встреч. Всем пока.